Достоинство, отличный процессор. У меня до этого 9400F был отличный тоже. Купил для коллекции. Недостатки. 8 ядро потока, 2, представляете, 2 пожилых потока и все, и ничего больше не делается. Я не знаю, зачем вы его сделали, как из чугуналя, из уранового газа и сплава, но они берут 6 ГГц в стоке. При включении режима овердрайв начинает все хрустеть, при включении режима Intel начинает все вкусно быть. Возможно, виновата технология 14 километров, не понимаю, может, 14-м имели в виду. Взял его в связке на КТА 5000. Долларов стоит на Amazon, не покупайте там ничего, кроме продуктов. В целом годно сделано и лучше, чем AMD Threadripper. Я плохо английский знаю, который не встал на Z490 чипсет. Я его наждачкой протер и тоже не помогло. Комментарии: в связке с 1650 CPR работает хорошо, но можно и получше. Может, когда-нибудь сделают, чтобы 2 потока было 8 ГЦ, ну или хотя бы 4 ядра, 4 потока по 3,5, то тогда будет работать еще лучше все, и Prime 95 тоже выйдет новая версия. Кстати, о Prime 95. В режиме Small FET работает все. Очень хорошо работает, 48 градусов максимум на третьи сутки запуска. В играх почему-то 79, не знаю, но главное не 100, с 9400F постоянно такая была проблема, а кулер тот же. Короче, все здорово, мне нравится.